Случалось ли у вас такое, что вам в голову приходила крутая идея, когда вы были бухи или под кайфом, но потом, протрезвев, вы понимали, что она не такая уж и крутая, как вам казалось? Если да, то что это была за идея? Блять, кстати, одну из идей я действительно реализовал, а теперь я забил нее хуй, уже 2 года забил хуй. Что вы понимали, я валялся бухой в Парадокс Лаунже, ну это кальянка Лиды. И получается, я в какой-то момент загнался и решил узнать, кто мои родственники. Ну, то есть я прям сижу такой, а вдруг там, допустим, мой родственник — это Чингисхан, там, а вдруг моя там, не знаю, прапрабабушка — это Екатерина Великая, ну, что-нибудь такое. Я сижу и загнался по этой хуйне, и я, получается, в какой-то момент сразу, сука, заказал ебучие тесты на ДНК. На двоих причем, себе и Нелю. Тогда я стоил это 30 тысяч рублей, сейчас еще дороже. Для понимания, эти тесты, сука, у меня до сих пор лежат. Я не открытый, я их не открывал. Они просто валяются. Я просто бухой в моменте выбросил 30 тысяч рублей. Открой. Блять. Там надо, короче, не пить и не есть, сразу делать мазок. Надо с утра это делать. Надо... Это к Нелли. А я сейчас... Ребята, это не так работает. Там надо, короче, не пить, не есть. А нет, только воду пить, если что. Потом сделать мазок. Позвонить по номеру, к тебе приедет курьер, заберет, и потом ты получишь результаты. То есть это в моменте не будет работать. Мазок чего? Ну, с языка, рта, полости. Сделать поворотники на тележках в супермаркетах. Мне как-то раз в голову пришла идея установить на автомобиле 2 левых поворотника. Один для обычного поворота на... Блять, ребят, я же забью хуй. Вы понимаете, сколько нам надо... Целый час... Нель! Подойди, пожалуйста, вопрос есть. Сейчас узнаю, что там. Это она мне за эту тему объясняла, как это должно работать. Нель, короче, смотри, момент такой. Вот у нас же есть тесты на ДНК. В смысле они просрочены? В каком, блядь, месте они просрочены? Блять, давай-то закажем новые. Потом, да. Хорошо. Они просрочены, ребят, теперь. Вот это реально минус 30 тысяч рублей. А что там должно быть просрочено, блять, там ампулки просто. Что там, блядь, просрочено, нахуй? Это ампулки обычные. Что там просрочено должно быть? Охуеть. Налево, а другой для разворота. Я понятия не имею, почему в тот момент я посчитал это крутой логичной идеей, но всю оставшуюся ночь я считал себя гением. Однажды я напалился и приготовил сэндвич с супом. Суп, естественно, разрушил целостность хлеба и тупо вылился из сэндвича. Тогда я впервые в жизни осознал, насколько я туп... Бля, это гениально, кстати. Ой, не будь к себе так категоричен, существуют же хлебные миски. По сути, это то же самое. Не, у меня, кстати, среди блюд были тоже гениальные идеи. Что вы понимали, один раз? Ну как один раз? Как вы понимаете, у меня был период жизни, когда я был холостяком. Это волшебное время, потому что у тебя целая квартира, она твоя, ты можешь делать все, что хочешь, сука. Я даже ходил, блядь, просто с писюном голым, блядь, по квартире. Один раз, конечно, была ситуация неприятная с соседом, который смотрел из балкона, но я потом как-нибудь вам об этом расскажу, не суть. Так вот, я, естественно, наконец-таки начал разбираться в том, как нужно что-то готовить. Естественно, мой опыт был не самый широкий, скажем так. Я мог макаронки сделать, пельмени, но котлеты, допустим, я никогда не жарил. И тут я взял себе микроволновку. Микроволновку необычную, блядь. Не просто микроволновку, там еще внутри СВЧ-печь. ЧСВ-печь. Вообще, топ суперский. И я подумал, так, блядь, зачем мне, сука, нужна сковородка, если я могу просто закинуть котлету на эту СВЧ-печь и буду кушать? Ну, для тех, у кого она была, и для тех, кто понимает, как, что такое котлеты полуфабрикатные, уже понимаешь, что это превратилось. Короче, наступает утро, я делаю себе чаёк, возьму печеньки, такой, смотрю, у меня котлеты полуфабрикатные, я их ебашу в микроволновку под эту СВЧ-печь, ставлю по нужному времени, там, на 2-3 минуты, 5, ну, неважно, не помню, сколько, не имеет значения. Заканчивается время, я открываю дымок из нее, блядь, я достаю противень, ну, там такой, чтобы можно было положить на нее. Ну, не противень, короче, такая круглая хуйня, не имеет значения, типа гриль, похуй вообще. Я вытаскиваю, и лежит. Вы когда-нибудь видели засохшую какашку, блядь? Вот ровно такая же, блядь, котлета лежала на вот этой хуйне железной. Я смотрю на это, думаю, ебать. А я правильно все сделал? Ну, то есть, так это готовится? Потому что я никогда такую котлету не видел. Ну, я, короче, получается, беру. Она снаружи очень, ну, она снаружи максимально горячая. Я ее беру, начинаю кушать. Она разваливается в руках, чтобы вы понимали, реально как каша ебаная. Я такой, ну, вроде нормально.
Я беру чаек, врубаю анимешку, сажусь и начинаю ее есть. И я просто понимаю, что она, сука, разогрелась только вот снаружи, а внутри это ебучий лед. Но я не растерялся, я доел. Ну потому что нахуй мне это выкидывать? И вот так я иногда питался, чтобы вы понимали. У меня причем пиздец были гениальные идеи. Например, я, короче говоря, не знал, как правильно делать жареные пельмени. Ну, то есть сейчас-то я понимаю, надо сначала, наверное, их сварить, потом на этот, на гриль. Ой, на гриль, в печку. Ой, не в печку, на сковородку. А я, блядь, короче, просто нахуй выкидывал ледяные пельмени на сковороду. Просто сразу же. Причем я такой думаю, ну, чтобы не прилипли, наверное, надо масло добавить. В результате у меня, блядь, просто какие-то нахуй, ну, угольки были. Так и работает? А почему у меня получались угольки? Я вот когда потом сделал вареные пельмени и потом выложил туда, чтобы жарить их, было нормально, а у меня угольки получались. И что, я слишком долго их делал, получается? Ну, короче, пельмени у меня тоже были такой с корочкой. Но я их любил, мне нравилось. Мне нравилось. Было круто. Ну, в общем, у меня по кулинарии не очень круто все было. А по еде нормально. Я помню, Нелли как-то, короче говоря, решила сделать очень красивое блюдо. Романтическое, чтобы вы понимали. Я решил сделать ей, внимание, звучит так как, пасту в сливочном соусе с креветками. Что я, блядь, сделал? Я купил креветок, уже очищенных, нахуй. Взял макарон. Короче, я сделал макароны, сделал креветки. А дальше, ну, я немножко по рецепту проебался. Я, короче говоря, беру сковороду и туда выливаю, блядь, просто все сливки, которые есть. Немного их кипячу, кидаю туда, блядь, креветки, сука. Все красивенько, все классно. И это все выкидываю макароны. Как вы думаете, что получилось? Паста в сливочном соусе с креветками? Или, блядь, суп из сливочного соуса, блядь, и креветок с макаронами? Честно? Мне показалось, это было вкусно. Нелли не понравилось. Не понимаю, почему. На мой взгляд, вкусно получилось. Ну, да, супчик. Ну, так хлебнуть можно. Можно без водички. Там чаек даже не нужен. Вообще, вот такие... Ну, реально, можно хлебнуть нормально же. Просто, ну, не понравилось немножко. Бывает. Я даже вот недавно пельмени делал. И там она... Я показываю Нелли, говорит, она не переваренная. Я говорю, схуя ли переваренная? Она говорит, смотри, котлетка... Вот это не котлетка, мяско. Оно уже вылетает из теста. Я говорю, Нелли, так и надо. Это чтобы дышало. Как ты собираешься есть, когда, ну, она при готовке не дышит, надо, чтобы мясо дышало, блядь. Ну, женщины не понимают холостяцких рецептов, поэтому, блядь, вот они женщины. Лады, зацените мою идею. Идите в местный бар и как следует накидайтесь. Затем отправляйтесь в магазин оптики и проверьте зрение. Вам выпишут линзы, которые исправят двоение в глазах и размытость. Теперь, когда вы снова напьетесь, вы сможете надеть эти очки и будете хорошо видеть. Назовем их Drunk Goggles. Ховард Маркс, убегая от властей, замутил нечто подобное, когда хотел замаскироваться. Он жестко накурился, пошел к окулисту, и ему выписали линзы, которые корректировали его зрение, когда он был под сильным кайфом. Ссылку ты найдешь в нашем телеграм-канале. Представьте Кинг-Конга, но только не гориллу, а жирафа. Речь же шла про плохую идею, а не ту, которая кажется крутой даже в трезвом состоянии. Бля, на реально как-то я подумал, звучит. Что было бы логично повесить на связку ключей бирку с написанным на ней адресом, чтобы в случае потери их можно было вернуть. Эта идея мне показалась гениальной, но только я не подумал про воров. Мой банк придумал крутую идею, которая решает эту проблему. На ключах есть специальный жетон с определенным кодом, который банк регистрирует на ваш адрес. Не, вообще, у меня такая же идея была примерно, и я ее тоже реализовал. В общем, у меня есть ключи от дома. И есть наушники, вот эти AirPods, сами знаете, да? И проблема все в том, что я постоянно теряю AirPods. Но ключей никогда не теряю. И я подумал, а что, если я присобачу, блядь, вот, короче, как чехлом, наушники к ключам? Все, ребята, я теперь теряю то и другое. Так что, ну иногда не теряю ничего, то есть тоже свои плюсы. Ну, блядь, ну я думал, это хорошая идея, сейчас уже впадлу что-то убирать. Потерял ключи? Ну да. Ну, блядь, а кто знал, нахуй?
адрес. Если вы потеряете ключи, любой, кто их найдет, может бросить их в почтовый ящик, и ключи отправят обратно по вашему адресу. Когда футбольный матч переходит в дополнительное время, нужно выкинуть на поле второй мяч. Если до перерыва никто не забивает, в поле вбрасывается третий мяч. На самом деле, я даже сейчас не уверен, что это плохая идея. Блять, на самом деле звучит прикольно. Ну, вообще-то реально прикольно, учитывая, что люди в футболе сейчас просто убивают футбол. Ну, а действительно, вот эти тактики ебаные, душка, автобусы. Я не знаю, сборная Англии на Евро — это вообще худшее, что вообще можно придумать. Я смотрю на нее, мне хочется, чтобы кинули в них 50 мячей, сука, и они вылетели. Реально, вот вроде бы состав ебейший, а на деле говно какое-то невозможно смотреть. Вот поэтому идея, ну, для сборной Англии это вообще охуенная была бы. Я был под кислотой, и мне пришло откровение, что я должен сделать следующий Google. Я понятия не имею, что может представлять собой следующий Google, но несмотря на это, мне казалось, что это лучшая идея в мире. Было дико угарно, проснувшись на следующий день, проверить приложение для заметок и найти там грандиозную идею «Стань следующим Гуглом». Камни для пива. Типа, когда пьете пиво на улице, используя пластиковые стаканчики, то можно положить в пиво стильные камешки, чтобы стаканчики не разлетелись на ветру. Гениально. Как-то раз, будучи в хламину пьяным, я заказал пиццу, и она оказалась пережаренной. Корочка была похожа на высохший асфальт, а начинка почернела и подгорела. Когда я вкинул идею другим своим бухим кентам, что пиццерии должны позволить своим клиентам контролировать печь для пиццы через интернет, чтобы мы сами решали, когда она готова. Далее родилась идея целого... Так, стоп. Так такая же идея есть, по-моему, у Додо Пицца, не? Комбо из машины для приготовления пиццы и веб-сайта, на котором можно было точно контролировать... А нет, подожди, да, по-моему, есть количество каждого ингредиента, добавляя его с помощью роботизированных рук и наблюдать за приготовлением в прямом эфире через камеру на печке. На тот момент эта идея мне казалась... Так она охуенная. Бля, так это реально крутая идея. Прикинь, ты заказываешь пиццу и смотришь, как она готовится, и решаешь, когда... Решаешь сам, когда ее надо вынимать. Это прикольно. Это реально прикольно. Причем самое веселое, что получается, если что, виноват все равно этот, как называется, зритель. Вы поняли? То есть, если, блядь, он выбирает кнопку «Я решаю, когда вынуть», то пусть он сам ест, сука, корочку нахуй, либо недожаренную, либо пережаренную. Это уже его проблема, но он нажимает кнопку и сам это решает. Но есть в этом интерактив и прикол свой. Задержка, она будет маленькая, мужик, ну типа секунды, блядь. Ты считаешь, что ты за секунду пережаришь пиццу? Ну чего, чё ты? Казалось гениальной. Я подумал, что детям в наши дни нужно больше времени проводить на дороге, чтобы они лучше умели водить. Тогда у меня появилась идея, что Uber должен сотрудничать со школами вождения и субсидировать их или выплачивать детям облигации, колледжи или что-то еще. Да, возможно, нанимать кучу ужасных водителей для своих служб такси не такая уж и хорошая идея. Лола, ты офигенно. Привет, меня зовут Кайл, мне 14, это моя мама. Так куда едем? Как-то раз мои напаленные друзья придумали онлайновый колл-центр для людей, которые испытывают тревогу под кайфом. Так это охуенно! Предложили назвать его TripAdvisor. Это реально крутая идея. Только единственная проблема, что туда вряд ли кто-то будет звонить. Единственная проблема, что да. Да. Вряд ли они будут туда идти в первую очередь, когда им реально хуёво, потому что им вообще будет не до этого. В моменте вспомнил одну штуку, которая показалась мне самой смешной в мире хернёй. Это было видео или комикс, в котором чувак берет упаковку с перцем, открывает ее и высыпает содержимое себе на глаза. Видя, что его друг в ахере, он говорит: «Ха-ха, я тебя развел, это просто соль». Сахарные пакетики. Как чайные пакетики, только вместо чая сахар. Мне... Не, ну вообще... Слушай, если еще сам пакетик будет растворяться, как будто бы это крутая идея. Прикиньте, то есть вместо того, чтобы брать ложку, насыпать сахар, там где-то рассыпать еще, чтобы мозги сильно не ебать, ты просто берешь сахарный пакетик, кидаешь его, он растворяется вместе с сахаром, и все. У тебя как бы типично всегда 1-2 ложка, просто ровно. А кубики? А, ну да, блять, точно. Сука, я забыл про существование кубиков. Блять, вот так всегда придумаешь какую-то гениальную идею, нахуй, а потом оказывается, что она уже есть. Пожалуйста, 1 пакетик чая, 2 пакетика сахара. Напалившись санину, мой кузен выпотрошил чайный пакетик и наполнил его сахаром, а я пытался аккуратно скрепить его обратно. Внезапно мой кузен разочарованно сказал: «Есть же сахарные кубики». У меня возникла идея, что каждый из фильмов серии «Заложница» должен быть посвящен разным наборам навыков. Типа во второй части Лайм Нисон мог бы стать крутым поваром, а в «Заложница 3» — почтальоном. Обычно я строю грандиозные планы,
планы, которые стоят кучу денег, и обещаю трезвым людям, что я их выполню. Люди начинают с нетерпением ждать этого, а я трезвею и сожалею обо всех своих решениях, но все равно вынужден их выполнять. Совсем недавно я пообещал сестре, что привезу свою дочь в гости во Флориду, потратил 2000 баксов и получил солнечный ожог. Всегда выполняйте трезвым то, что наобещали пьяным. Это научит вас держать язык за зубами. Эрнест Хемингуэй. Вкинув... Реально такой говорил? 625 NBOM, я думал, что это кислота. Я был на 100% уверен, что не только наконец-то понял самую настоящую, самую глубокую тайну вселенной. Смысл жизни? Ну и перевел эту идею в образ, который можно нарисовать. Я был уверен, что с помощью этого образа смогу вспомнить все, что касается истинных вселенских тайн, когда меня отпустит. На следующий день я посмотрел на листок. Это была линия с кругом на каждом конце, похожая на гантельку. Я понятия не имею, что это значит. Блять, подожди. Чего? Кинувшись DMT, у меня было путешествие в космос. Не, кстати, возможно, в этом реально есть что-то философское. Стоп, подожди, то есть линия с кругом. Это получается как-то... так, подожди, то есть вот линия, вот круг. Точнее, вот так, наверное. То есть гантелька, типа, вот такое. Блять, а в этом реально есть что-то. Два круга? Так в этом же реально что-то есть, нет? Блять, мы сейчас, короче, занимаемся, на самом деле, как какой-то постмодернической хуйней, когда, знаете, в том, где ничего нет, мы пытаемся увидеть что-то. Вы же знаете историю про банан? Короче, был чел, он взял обычный холст и присобачил туда банан скотчем черным. И после этого люди начали орать про то, что ебать, это шедевр. Они хотели купить вот эту, получается, инсталляцию за вроде... миллионы долларов, понимаете, да? И в какой-то момент на одной из продаж чел просто, вот автор, получается, вот этой замечательной работы, просто выходит, срывает банан и кушает нахуй на виду у всех. Это вот вкратце о современном искусстве. Где увидел всю вселенную на космической стене и услышал, в чем смысл жизни. Открыв глаза, я записал смысл жизни в заметке у себя в телефоне. Протрезвев, я посмотрел заметку. Все, что я записал, было стены. Мой друг юрист. Во время учебы он проходил... А как он не стух? Ебать, а хуй знает. Он что, тухлый банан кушал? Летнюю стажировку в Гане, изучая международное право. Мы выкурили по два косяка, и ему пришла в голову блестящая идея. Начать в Гане производство стульев, потому что все, кого он там видел... А, его меняли? Блядь, сука, тогда вообще в чем смысл этого ебучего банана? Видел, тупо сидели на земле. Он был уверен, что продавая стулья, мы могли бы сделать целое состояние. Я забежала в спальню к мужу с криком, почему не делают варежки для ног? А он такой, ты имеешь в виду носки? А, да, носки. Благодаря твоему комменту я вспомнил... Блять, реально же носки это варежки для ног. Поняла немецкое слово, обозначающее... Сука, вот так всегда придумаешь какую-то гениальную идею, а потом оказывается, что она есть. Перчатки. Ханшуэ. Это буквально переводится как обувь для рук. По сути, ты занимаешься обратным конструированием немецкого языка. Когда Пол Маккартни в первый раз обдолбался, ему, по его словам, открылся смысл жизни, и он тут же его записал на бумаге. Проснувшись на следующее утро, он посмотрел на свою запись, на которой было написано «Существует 7 уровней». Я решил... Нихуя себе. Блять, глубоко. Да блять, в чем смысл нахуй, ебаные наркоманы все? Чтобы баллотироваться в местный школьный совет. Мне не нравилось, как устроено образование в нашей стране. И я считал, что лучший способ исправить систему, это провести честную кампанию и пообещать бороться за изменения, которые помогут детям добиться лучшего обучения. В конце концов, я протрезвел и понял, что на тот момент безработный, обкуренный 24-летний чувак без детей не лучший кандидат. Блять. Это как я хочу стать президентом. Во время учебы мне пришла в голову идея сделать ручку с белыми чернилами. Блять. Отвечаю, такая же херня была. Которые могли бы скрыть любые ошибки на белой бумаге. Я не только осознал, что такую ручку уже сделал. А называется, как он, сука, бля, как эта хрень называется? Я забыл, как она называется. Корректор? Не, он по-другому еще называется. Замазка, вот что-то, да, такое, какое-то такое, но не корректор, по-другому как-то называется. Делали. Ну и понял, что одна из них лежит у меня в рюкзаке рядом с ручкой, которой я записывал эту идею. Под грибами мне пришла в голову абсолютно гениальная идея, что НАСА следует брать маленьких детей и отправлять их в космос, чтобы те тоже участвовали в полетах. В них больше природного любопытства, и они еще не измучены проблемами взрослых. Блядь, ебачил реально, ну ебашился.
креслах, а значит, могут заметить то, что более опытный астронавт пропустит, потому что посмотрит на это с другой точки зрения. Я был уверен, что мне... Да, ребенок такой просто в космосе, такой себе... Блять, нихуя нет! Есть только звезда, но я вижу в ней что-то другое. Нужно немедленно написать в НАСА и рассказать о своем блестящем прозрении. Мой профессор философии рассказал байку о том, как одному философу приснился сон, в котором он встретил Сократа, вступил с ним в спор и выиграл, а Сократ признал свое поражение. Затем он встретил Аристотеля, Декарта, Канта, Ницше, Миля. И каждому из них успешным образом представил свою противоположную позицию, отличающуюся от их взглядов. Он понимал, что видит сон, но подумал, мне надо проснуться и записать все это. Ему удалось пробудиться настолько, чтобы быстренько нацарапать что-то на бумаге, а затем он снова уснул. На следующее утро философ проснулся, вспомнил, так, что произошло, и с волнением схватил записку. На ней было написано: «Да, именно так и сказал». Сука, бля! Бля, знаешь, что было бы смешнее, чем это? Если бы там было написано: «Да, и чё?» Вот смешнее этого, только да и чё, ну и чё. Предварительно расплавленный сыр, ага. Изменено, походу нужно уточнить, так как люди пишут про сырный соус для начос, или гальвета, или чизвиз. Я так накурился, что мне в голову пришла идея сделать предварительно расплавленный сыр. Типа как какой-нибудь готовый рис, который нужно разогреть в упаковке до готовности, но только сыр. Типа плавишь в микроволновке кусок упакованного чеддера, и он так и остается расплавленным, не затвердевает. А потом можно его просто вылить на что угодно. Типа я бы... Так это же и так есть, разве нет? Был настолько напаленным, что забыл о существовании всех вышеупомянутых штук и думал, что стану гребаным миллионером. Начал обсуждать с друзьями, где мне жить, в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, в пентхаусе. Взять себе дворецкого, горничных и все такое. Потом я отключился на время, пришел в себя, вспомнил весь разговор и подумал: ё-моё, какой же я, сука, дебил. Бля, сидишь такой: бля, чуваки, я придумал идеальную идею. Знаете, есть, короче же, мотоциклы. Но там нужен бензин. А представьте, мотоциклы без бензина. То есть ты чисто садишься на мотоцикл, но с помощью своих ног, там педали крутишь, знаете, да, едешь. И так можно ездить по тротуарам где угодно, бро. И ты просто говоришь: я буду жить в Лос-Анджелесе, тусить с Леонардо Ди Каприо. Просыпаешься и охуеваешь, блять, а то насколько ты долбоеб. Будучи подростками, мы с корешем часто напаливались и часами сидели в одной забегаловке, попивая кофе. Ждали, пока нас не отпустят. Как-то раз в это заведение зашли двое полицейских в форме. Они сели через пару столиков от нас и заказали поесть. Сначала мы словили паранойю, но они, похоже, не обращали на нас никакого внимания. Мой друг был из тех чуваков, которые любят вытворять всякую странную фигню просто ради того, чтобы поугарать. Особенно ему нравится замутить что-то на слабо. А еще он был большим сторонником легализации марихуаны. Постоянно говорил об этом. Я сказал ему, что было бы забавно подойти и спросить у копов, что они думают о легализации травы. Моба были еще под кайфом, и ему тоже показалось, что это забавная идея. Так что он решил ее реализовать. Он снял куртку, положил ее рядом с собой, спокойно подошел к их столику и начал с ними разговаривать. Я не слышал, о чем они говорили, но разговор был вежливым и длился минуту или две. Он вернулся к столу с большой ухмылкой на лице. Чувак, эти копы оказались нормальными парнями. Оба сказали, что считают траву легальной темой, и что кошмарить на шахту Куров бесполезная херня. Через какое-то время копы доели и ушли. Один из них даже, когда уходил, улыбнулся и кивнул моему другу. Мы увидели, как они садятся в патрульную машину и уезжают со стоянки. Бля, хорошо, история закончилась. Пробыв там еще полчаса, мы выдвинулись на автобусную остановку, чтобы поехать домой. Мы подошли к остановке, и как раз в тот момент, когда мы оба прикуривали сигарету, подъехала полицейская машина с теми же двумя копами внутри. Они сидели на соседней парковке с выключенными фарами и ждали, когда мы выйдем из закусочной. На тот момент мы еще не достигли нужного... Поторопился с выводами. Я думал, действительно, их просто отпустили, и как бы ситуация нормально закончилась. Возраста, чтобы легально курить сигареты, и проверка наших документов это подтвердила. Копы обыскали нас и нашли 5 пакетиков травы и трубку в куртке моего друга. Нам обоим выписали штраф за курение в несовершеннолетнем возрасте, а друг к тому же получил штраф за хранение трубки и марихуаны. В итоге ему назначили дату суда, и, посадив на заднее сиденье полицейской машины, отвезли домой к родителям. Большое... Пообщался, блять, называется, пообщался. Ну, бывает, бывает. Такое.